В Елабужском институте КФУ состоялось открытие 7-х международных махмутовских чтений, посвященных памяти Мирзы Махмутова, одного из основателей проблемного обучения в России. В работе 7-х махмутовских чтений приняли участие более 100 гостей из Татарстана, России, Беларуси, Австрии и США. Участие в мероприятии принял министр образования Республики Татарстан, первый проректор КФУ Рияс Минзарипов и исполнительный директор Казанского открытого университета талантов 2.0 Айдар Акмалов. По его трудам можно судить, насколько они актуальны сегодня. И я думаю, что они не потеряют актуальность и завтра, и послезавтра, а будут, наверное, еще более востребованы. Международные махмутовские чтения уже давно стали достойной площадкой для обмена педагогическим опытом и становлением новых идей в сфере образования. Учителя должны всегда в курсе событий, всегда быть в теме. В этом смысле Мирза Исмаилович Махмутов – человек уникальный, который предвосхитил многие тенденции развития образования, педагогического образования прежде всего. Кроме докладов, в официальной части мероприятия состоялось награждение именной махмутовской стипендии за активные научные исследования. После выступления министр осмотрел учебные аудитории и научные лаборатории Елабужского института Казанского федерального университета. Директор вуза Елена Мирзон рассказала министру о том, что в вузе постоянно модернизируются образовательные программы не только для студентов, но и для школьных учителей. Сегодня возникают новые проблемы, но ключи к их решению во многом и в старых подходах тоже есть, и их надо модернизировать. Международный форум объединил единомышленников и дал толчок новым идеям, став достойной площадкой для обмена педагогическим опытом. Диана Шилова, Ильшат Ахмадеев, Айдар Салихов, Денис Сипайлов, Универньюз.